Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Крудом Инди Хоррор. Такой вот так называемый. Так, мы в прошлой серии закончили на этом острове. Там вот пальма, смотри, какой-то, да? Одинокая стоит. Череп жбан. Да, короче, ему нужно яичницу преподнести. Карта повела меня сюда. Возможно, что-то внутри черепа. Что-то внутри черепа есть. Череп, разбивайся, давай череп, возможно, головы, да. С головы об голову, чпокнем. Так, и, видимо, надо подождать, пока она так поездит. Да, что-то ездит, ездит. Что такое? О, дольфушка плавает, хороший какой. Рычит акула, смотри, рычит, что-то тут. Так, хочет поесть. А, это она храпит, походу, она тоже спит, ей надо проснуться. Найден череп. Череп. Найден череп. Внутри этого черепа что-то есть. Нужно отнести его в плот. Плот? Да. А как насчет акулы? Акула не нужна. Она просто так что-то побегала, попрыгала, похрапела. Она уже проснулась из этого мира. Она уже. Я хочу посмотреть, где она там вообще плавает. Смотри, а ее уже волны. Нет, да. Смотри, какие волны. Синие, да, пошли. Да, вода даже лучше, чем бывает. В играх, да. Да, вода вообще отличная. В некоторых играх, допустим, там какой-нибудь, приведу пример, в Клаве, там вообще вода фигово, здесь настоящая. Да. Ну ладно, пойдем череп отнесем. Найден череп, отнесем к черепу. Дольфушка, ты так, там что, спишь? Она живая или нет? Она откинулась уже. Она спит, ей надо проснуться, она во сне. Это Дольф, вставай. Это? Акула или что она там? Да это она видишь, так загорела, что уж почернела уже. Пошли. Она перезаг... там... У нее этот загар. Описить череп плод, положите на стол. Так. Хорошо. Хорошо, мы просто здесь еще исследуем. Давай, поднимемся. Дольфушка, просыпайся. О, денежки, у-у-у-у. Хорошо. Мы богатые. Мы богатые, ца-ца, пивом, так, ля-ля, что пойдем. Ну, все. Теперь выпьем от радости. А теперь спать. Теперь спать. Деньги да, не берутся? Деньги, свет выключи, свет. Крах. Глава 6, крах, да, и мы переходим на следующую главу. Поплыл плотик наш дальше. Киток, смотри. Да ладно, кит там неужели? У него палка какая-то плавает, а это бревно, кит, то есть кит, это наверное, сосна кит. Плавает. Точно, киты. Плывем, смотрим, куда мы плывем. Плывем, плывем. Я управлять не могу, хоть вроде не могу. Дольф управляется. Неужели мы сам на этот остров необитаемый идем? Все. Да, мы на него идем. Нет, не идем. Или идем. Кто-то на струнке там играет, то есть. На гуслях, по-моему. О, фикус. Может, глюк. Пойдем, черепок возьмем. Так. Что же нам тут делать? Обходи. О, островок. Зайди в дом, попробуй заснуть, проснуться. Так, у нас здесь немножко подсмывает этот плод. Да, видимо, водой. Хорошая водичка. У нас ножки замочены. Даже жарко. Вот сюда проникает вода, как ни странно. Давай, главное, деньги, мы возьмем деньги. Дольф, может, надо кинуть. Мы их засунем в свой собственный череп, потом его кто-нибудь найдет. Кинем на желание водичку, может быть, так, все-таки. Так, ладно, может быть, все-таки на этот остров? Давай, нет? Иди, пофигу. Ну, я не знаю, если мы да утонем, пофигу, подохну, там может так подохну. Быть глубоко. Ай. Ох, так, что ж тут делать-то? Давай свет попробуем включим. Туда можно? Обойдись, то есть что-то может в воде темнеет, там, мне кажется, как будто... Так ты туда пройди, посмотри, действительно, что там. О, дольфушка там полпала. А, нам не нужен. Это типа пингвин орёт, что ли? Ой, пингвин какой-то. Нет, это киты, наверное. Киты. Не киты. О, видала там что-то? Подожди, стой, стой, стой. А, может быть дельфины там? А, дельфин, да. Посмотри вот там, что там, поверни. О, смотри, смотри. Дольфушка, ты что там постоянно там... Нам можно так покричать, чтобы к нам дельфины приплыли? Спасли. Хрен с этим дельфином, давай ищи там что-нибудь. Грушу попинай там, свет выключи. Бутылку возьми. Где там подсказки? Мы уже не надо подсказку. Что делать? Давай спать ложись. Вот эту, попробуй выключать щелку. Вот это. Что тут? Нажми, как там, кнопка R, B.
Щелк. Не. А на череп можно щелкнуть? Щелкни так же, как это на череп. Щелкай на него. На монетку нельзя. На грушу так же щелкни. Везде надо пощелкать. Может там на груши кнопочка какая? О, фазырек, возьми фазырек. На подушку или что это такое? Лепешка что ли? Подушка лепешка. Тут забыли подсказки сделать. Не, не надо подсказку, давай. Попробуй с... прыгай. Он прыгает. А, можно. Вот, вот смотри, когда вода, вода будет внизу. Допрыгнуть надо. Попробуй допрыгни. Когда вода будет внизу, тогда прыгни. Вот смотри, она внизу, и тогда прыгай. Давай. Подрасчитай. Давай. Давай еще раз попробуем. Дохни пока что. Вот сейчас, подожди, подожди. Попробуй разбегись. Попробуем такую попытку. Да ёб-боб. Давай тогда обойди вокруг дома. Вот сюда что-нибудь, туда можно зайти? Пойдем туда. Вот давай сюда, пошли. Идет? Прыгай туда в воду. Сюда? Давай. Прямо вот сюда? Да, пофиг. Так. Может быть, это и есть конец? Такой бесконечный, да? А может быть, это и есть конец, да? Остался... Крах! А, крах! Это и есть глава крах. Да, вот такая вот у нас глава. Остались. Видимо, мы... все, наверное, все. А что тут? Попробуй просыпайся, там что-нибудь еще поделай. Под стол можно забраться, смотри, какая-то палочка лежит. Смотри, можно сесть? Попробуй это, и мы... как там... нажимается. О, видала? Да, возьми. О, вот это возьми. Берет, нажми. Че за фигнюшка там такая? Палка лежит. Че она мигает? Ой, я думал, ты взяла ее. Так, присесть-то тут можно как-нибудь? Попробуй, поприседай. Блин, можно тут присесть? Че он прыгает, а не приседает? Карандаш лежит какой-то, ну? Может, да черепа в глаз запихнуть? Или может позывной сигнал дать киту этому или кому что-нибудь? Типа мы здесь, спаси нас. Давай что-нибудь. Как тут это сделать? Я думаю, может быть, уже все. Тупик, крах. Ну, я думаю, мы еще здесь помудимся, как сказать, и все. Глава крах. Спаси, помогите! Туда нам не допрыгнуть. Ну, в принципе, хорошо так выходит. Так, ну я, наверное, не допрыгну. Попробуй сейчас, давай. Подожди, давай, под... Не-не-не. Давай. О, попробуй, может. Он куда-то соскользает. Он куда-то соскользает. Ладно, будем подожди, пытаться. Давай попробуем, посмотрим, как вода прыгает сейчас. Раз, она, по-моему, еще ниже там опускается. Вот, еще ниже, видишь? Раз. Потом сейчас еще раз опустится, смотри. Давай. Нет, уже поздно. О! Чуть-чуть. А, может быть, попрыгать надо? Может быть, побольше попрыгать надо? Попробуй. Давай. Давай, Дольф, прыгай. Прыгай. Давай, мы почти добрались. Давай, еще, ну давай. Прыгаем. Стоп, он скатывается, да? Да, он скатывается. Блин, надо... Ты утонул. Короче, можно попробовать. Да, значит, надо прыгать. Попробуй вон... Нет. Первая волна. Вот так вот надо было. Сейчас, подожди, дождемся этой волны. Вторая. Блин. Да все, не надо нам говорить такие плохие вещи. Вот тут надо было. Подожди, не-не-не. Сейчас раз. Вот такая, ну видишь, на вторую. Все, прыгаю. Давай, пофиг. Давай. Прыгай быстрее, давай. Вот чуть-чуть. Вот туда попробуй. Вот. На песок на этот. Как не может он запрыгнуть. Давай. Беги. Короче, еще раз прыгнем, допрыгнем. Если нет, то все закончим, да, то есть... Я думаю, здесь уже хрен знает, что делать.
Видимо, это и есть последняя глава Крах. Остался он на острове. Да, все. Оп, давай, водичка, подтолкни нас. Ну что, еще разок или что? Обратно. Ну давай еще разок. Только если да, как допрыгнем, так... Он не допрыгивает, да, то есть, ну такая фигня. Сейчас как она вниз, вот на второй раз, подожди. Раз. Двас. Ну надо было разбежаться, разбежаться надо было. Где подсказки? Все, ничего не подсказки, о, тупик. О, баги пошли у нас. Баги. Товарищ бага, Баганян. Нет, ну как бы как-то он запрыгивает. Ну, ну да, ну все, я думаю, это фикус. Двойной прыжок он не делает. Жаль, он двойного прыжка не делает. Значит, потом нам напишет в комментарии, что тут. Оп, давай, давай, прыгай, 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 молодец. Есть, жесть. Ох, я, допрыгнул. Кстати, я, кстати, G нажала. Да? Да. Киты, киты, смотри. Ой, спасибо, дошли. Что такое, что? Может, уже значит не сдаваться. Офигеть. Кит, когда плод задел плод, он развалился. У меня что-то с ушами, я ни хрена не слышу. Мне становится только хуже. Нужно прилечь. Мне хреново. Остался только хрен взять. И проснуться. Отдохнуть. Ого. Все в воде. Главное, не ковать. Ну, главное, не паниковать. Это, а, это вода так, наверное, в уши забивается. И не сойти с ума. О, все. Это у нас прям девиз Крудома. Приземлились, прям... все. Девиз, так вот. Бутылочка, ну да, как себе выпить. Опять куда-нибудь... О! Ух, да тут оазис, смотри. Ой, слушай, наконец. А здесь еще прикольней, да? Я вижу табличку рядом с сараем, нужно прочитать. Да. Табличка рядом с сараем, нужно прочитать. Внимание, уважаемые жители поселка, в ближайшее время может быть всемирная угроза потопа. Всем направиться в смотровую башню. Нужно в башню. Кажется, не заканчивается игра, да, надо было перекрикать. Пойдем в башню. Пойдем, ну, в башню. Как... Помнишь, мы как-то застряли там, где? На туалете, ну, башня, да? Башня наверху. Киты. Мне так киты понравились, если честно. Ну давай, лети, беги. И что он так медленно? Come on, come on. Как мы здесь оказались-то? Плот разваленный опять доплыл, наверное, да, как-то? Да, походу, проснулись. Выпили, проснулись, таблеточку от головы. Сходили в сортир. Красота вообще, красивое место, просто идешь. Птички поют, а где сами птички? А, там, наверное, были деревья, да, теперь все там потоплено. Тоже. Это же, я думала, это островки какие-то, а это деревья, наверное, все-таки. Значит, надо джи жать, когда что-то делается, да? Кукушка, откуда тут взялась кукушка, да, я не понимаю. Они там под водой уже кукуют, они уже... Слышишь, да, кукушки? Птички поют, где они поют? Что такое? О! О! За нами самбик прилетели. Куда? Куда ты прыгаешь? Я никуда не прыгала. Ну все, погибли, и хватит. Все, кто были в башне, погибли. Все. Подожди, я не поняла, что самолет врезался? Да. О, мы еще можем идти по лестнице забить. Прыгай и джи. Нет? А он спасся. Может, что-то обойти там? Там кто-то был в башне, что ли? Так, я опять не понимаю, когда лестница нам допрыгнуть. Может быть, вот так по краешку идти, идти, идти. Давай, давай. Походу никак, все. Ну что тут не прыгает, Адольф? Давай допрыгивай, пыль. О,
Ну-ка. Мы опять... Вы видели это? Не страдай ерундой. Прошу прощения, да, мы немножко... Мы немножко пострадали ерундой. Почему? Потому что я не знаю. Я забралась на нее, а он потом поехал вниз. Дольф, ты что там, подскользнулся, что ли? Так, нет, не спускайся. Дольфушка, не спускайся. Поднялся, ну-ка быстро поднялся на лифт. Упырь! А, куда? Во, поднимайся, пошли. Вот так, прыгаем. Давай, оп. Дольф, давай прыгай, что это мне заставило? Да что такое? Тупизна, тупизна. Ой, давай запрыгивай, Дольфушка, скорей. Давай. Давай. Ну давай, Дольф, запрыгивай ты, цепляйся какой-нибудь. Смотри, вот как, да? Да как? Это неправильно. Я не Таду-да-ду-да. Что за фигня такая? Ладно. Ладно. Попробуем. Что-то тут не так. Нельзя так. Лестница, что-то такая короткая. Вот именно... Главное, на чем она держится, да? Удивительно самое, что... Ну, там прибили ее на чем-нибудь. На соплях. Давай, туда. Топаем. Давай. Жми. Все, Дольф застрял. Отлично. Главное, что не вниз. И что это за фуфло? Не знаю, как у нас это получается, но мы, по-моему, все баги в играх находим всегда. Во всех. Давай, оп, потихонечку. О, как ты так делаешь? Вот, не знаю, как-то прыгаю. Оп, давай, оп. А вот сюда я уже не знаю, как пройти. Джимы. Ну давай. Забирайся, главный герой. А ты иди, попробуй, просто иди, подожди. Вот я все время вперед нажимаю, кстати. За лестницу, цепляйся за лестницу. Блин, да что за фуфляк такой, а? Так, хорошо, мы стоим. О, высота. Вид. Корпорация, вот, иди, просто иди, попробуй. Не прыгай, иди. Я тебе говорю, его сразу вниз тянет, да. А, давай, прыгай, попробуй наискосок. Сейчас мы уже сами тут побежим, наверное. Да. Вот, давай. Ну что за фигня-то, ну как тут прыгать-то? Чё, перца объедца, дрестануть прилететь, что ли? Давай. Поднимайся, никак. Скользи, Ивашка, скользи. Ладно, здесь мы и закончим нашу серию. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки, исправляйте игру. Пока.